Добрый день. Продолжаем нашу послематчевую пресс-конференцию. Ваше внимание, комментарий главного тренера КРСФ Миодрага Бродовича. Ну что, хорошо. Слава Богу, что выиграли эту игру сегодня. Это не важно, что ЦСКА очки нам не пахнет. Вообще всегда нужен, но могу сказать, что мы передали инициативу ЦСКА, и ЦСКА лучше владел мячом, это было видно. Но в моменте острие были у нас. В первом тайме у нас было 2-3 очень хорошие подхода воротами. Не забили в втором тайме. Забили, оборонялись все хорошо. Бились. И думаю, что наконец заслуженно выиграли, потому что таких явных моментов у ЦСКА не было. Я могу только сказать, что это приятно, когда выигрываете, но какой-то шум сейчас поднимает, что мы очень-очень хорошие, и такие вещи нельзя, потому что это первый тур чемпионата, и всегда очень неизвестно, в каком состоянии находится команда. Поэтому хорошо выиграли, ребята молодцы. Я очень рад для наших болельщиков, потому что уже давно я не вспомню, когда мы последний раз выиграли здесь. Я думаю, Тарубин был последний раз. Так что для болельщиков и надеемся, что продолжим в этом манере. Спасибо. Новичков оцените, там, по-моему, 5 человек, да, в этом заявке, в стартовом составе было. Саша Никулов отдельно, если можно. Ну, они все сделали это, что мы и хотели, значит. Договорились, что будем так играть, и они держались этого, и надо подождать, что я могу сказать про Ванюкова и Комбарова. Они, вы сами знаете, игроки с каким карьером, и где все они играли, и что все они выиграли, так что они для нас будут очень-очень большая помощь. Тоже Кабутов здорово сыграл, Раду тоже меня, я очень доволен, так что надо продолжать работать и двигаться дальше. Центральный защитник Карпов сегодня великолепно сыграл, но со стороны смотря за сроки, но все-таки что, почему он не вышел в свой? Что? Рохи почему не вышел в основе? Рохи, потому что пока Карпов выглядит лучше, но это ничего не значит, потому что в футболе надо стараться в основу поставлять этих игроков, которые выглядят лучше. Поэтому сегодня Карпов, я очень доволен, как он сыграл. А что будет дальше, посмотрим. Все зависит от него. Еще вот вопрос.